такое, собачки? А вот у них яблони, черешня. Ну как черешня? Сейчас. Сейчас мы родители и получим. А вот это какие цветы. Ну, у вас много роз, скажите? Ну, наверное, сортов 60, если не больше. Ого, это все там, да? Конечно. А еще у вас, я знаю, яблони есть, да? Яблоневый сад у вас вообще великолепный, вон там. Вот, Сергей. Сортов 60, одной только яблони. У вас, сказала жена, больше 60 сортов яблонь, да? Ну да. И... Так, 60, наверное, больше. Больше даже. Угу. А давно вы занимаетесь этим? 30 лет. 30 лет, это вы любите, да? Вы вообще местный житель отсюда? Да. Краснобайск? Я хочу такую вишню, чтобы она рано начиналась и допоздна. Вот, обратите внимание, это же какой труд! Это же какой труд! И все настолько уникально. Это... Сергей, как ваша фамилия? Коваль. Коваль Сергей, посмотрите. 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 Это вот все. Сейчас покажет гибрид вишни с черешней. Это черевишня, только сорт называется «Превосходная». А там ранняя черевишня. Сорт называется «Чудо-вишня». Она ранняя. А это средняя. Но вот это мне больше нравится. Она дерево поменьше. Да? Да. Быстро плодоношение вступало. Вот она мясистая. Можно, Лиза, попробовать? Я попробую. Сладкая. Удивительно просто, вот да? Это игрушка. Без кислинки. А вот игрушка сорт. Он остались вишни. Ну, по-моему, вот такие же. Ну, дай разницу я попробую. Нет, это... та терпкая. Ну, да. Да, тактерка, да. Мелкая. Вот это вот тоже вишня хорошая, игрушка, сорт, да, украинский неплохая, сорт. Но она сочная такая. Вот. Но она вот в плодоношение более поздние сроки вступает, так? Угу. Ну, то есть, там, может, на четвертый год. А это на второй, на третий уже начинается. Вот такой я куплю осенью. И она карликовая. А про яблоньки хорошо. Расскажите. Немножко. А что рассказывать? Ну, у вас какой огромный сад. Он однолетний, уже висят. Что это там? Вот однолетние уже яблочки. Ну, это саженцы. А продажи. Когда лучше их сажать? Саженцы уже с яблоками. Ну вот, я буду продавать с яблоками саженцы. Ничего себе. Вот это ж на карликовом подвое. Это вот осенью, высажены. Да? Осенью? Это осенью, да. Так, ну, это, мы к вам придем за саженцами. Уже. Угу. Это тут все летние сорта. Это для выкопки, для продажи. А этим сколько уже? А этим, по-моему, 5 лет уже. Ну, это тоже все летние сорта. Но они вот такие растут невысокие, или вы их обрезаете? Ну, это я их такими делаю. А, делаете? Вообще, формируете, да? Из-за карликовости они ж не высокорослые деревья. Угу. Если бы сильно рослое дерево было на семенном подвое, тогда бы оно было в 5-6-летнем возрасте вот такое, как этот абрикос. Угу. А так они вырастают 3,5 метра до макушки. А почему их надо вот со столбами, с проволокой делать? Ну, это чтобы уплотнение посадок, из-за уплотнения посадок, он через 70 сантиметров высажены деревья. Угу. Я их буду формировать так, высокими, тонкими, высокими. Угу. Можно без шпалеры выращивать. Такие же точно сорта, на таком же подвое, но без шпалеры. Только схема посадки будет другая. Вот это вот помидорчики. Ой, чай. Так, ты что, Леха, ну если прыгать, что-то зубля выбираешь, Риш. Они все поцветались уже. А там розы, яблони, розы, дальше вот эти яблони идут в плантации, дальше вот помидоры выращиваются, здесь опять яблоньки, дальше идет смородина, смородина. Вот, а посмотри, там красная смородина. Приезжай, ладно. Красная смородина есть, красная. Дальше опять плантации яблонечек. И настолько... Настолько все красиво, чистенько, ухожено. Это просто очень тяжелый труд. Ну, какой молодец, Сергей Коваль. 30 лет занимается этим. И посмотрите, там у них большой сад огромный. Дальше, где уникальные яблоки, я осенью обязательно покажу. А сейчас, вот сегодня у нас только июнь. И вот смотрите, какие уже яблоки растут. Сергей, а почему у помидор вот это вот, для чего? Помидор? Да, для чего вот этот шланг лежит? Поливочный, поливной, трубка поливная. А, поливная. Вот, там... же, он, вот же он на, этот, на саженцах, вот ага. Тоже ж поливная. Так, но так, это садовый шланг, а то овощной. А там дырочки проделаны, да? А вот капельницы ставлены. Ага, просто подсоединяете или как? Они уже подсоединены. Там к магистральной трубе.
подсоединенно, включаешь. Включаешь. Воду. Это то вы все сами бочки, сделали? Бочки, то ли напрямую. Ничего себе. Ну конечно, не, ну все ж покупается, все. Проволока, троса, якоря, ну, зажимы, понятно, это заглушки, все... это все покупается, да, да, да. Столбы, это все сделать купить. Еще надо, кроме это того, что купить, еще смонтировать надо. Да. И вы часто поливаете? Не часто. Не часто, ну все вообще сейчас засуха такая. Нельзя, да? Чтобы оно постоянно в сырости росло. Ага. Должна быть умеренная влажность почвы. Угу. Вот так вот взял рукой почву, вот это нормальное, вот комок. Угу. Вот этот, вот взял, она вроде рассыпается, да? Да. Вот это умеренная влажность почвы. Ну а когда грязь, сыра, они просто пропадут. Понятно. Вымокнут, потому что сыро, вымокнут, болезни будут. Скажите, то есть надо, чтобы не сухо, чтобы не сыро было. Да. Это что же... А абрикосы вы какие-то сортовые такие разводите? Ну абрикосы сортов 15 такие. Есть. Да всякие, и желтые, и белые, и лимонные, всякие есть. Сортов 15 есть выбор, конечно. Но вы успеваете... От самых ранних до самых поздних. Не только саженцы, я смотрю, у вас и помидоры, и капусту вы выращиваете. А вон плантация капусты, там плантация, тут он сколько, 2 гектара земли. Кроме того, что еще есть, да? Ну, так, то ж не считает, это что тут это дом при доме. 2 гектара земли, и везде такой уникальный порядок. 10 гектар сада, 5 гектар сада, тогда рентабельность будет, а это так. Рентабельность, когда 10 гектар? Да, и то 10, надо, чтобы наша купалась все. Ну, это такой труд, я даже не представляю. Тут просто из-за чего, что я сам работаю, у меня нету людей, я людям не плачу, я не налогом не плачу. И вы все это делаете сами? Ну, вот это сами, да, один, ну, вдвоем. С женой или дети помогают? Ну, в основном я. Дети помогают? Дети. Дети разъехались? Дети разъехались, один в армии. Сейчас без помощника, вот это помог мне смонтировать же все. Вы энерджайзер? У вас где батарейки? Что это все успевать? Это просто немыслимо. И так сохранять везде порядок. Райские яблочки. Да. А кто занимается розами? Ну, тоже я. Тоже? Да. Вот и розы шиповник какие красивые. Уже заокулированный. А что такое заокулированный? Ну, значит, почка с розы вставлена. Ага. И что там будут... И вот, что значит... Так. Это вьющаяся роза? Нет. За... Типа это шиповник пока что, шиповник. А потом прививаете? Да? Уже привитый. А, привитый? Да, уже. И что потом будет с ним? До весны будет так стоять. А потом? А потом весной обрезаем. Угу. Вот так вот. Шиповник обрезаем вот, так, вот здесь. А розочка остается, а с почки, да? Вырастает куст розы. Вот и в осени куст розы становится. Все очень просто. Вот, смотрите, какие розы. Вот мы измеряем осадки, это обязательно надо. Осадки? Конечно, осадка метр. Вот, а выпало, вот выпало вчера 5 миллиметров осадков, это мало. Значит, надо поливать, да, для этого? Нет, ну, ночью дождь пройдет, ты встаешь и не знаешь, сколько прошло дождя, может... 15 миллиметров, может 5 миллиметров. 15 это нормально, 5 это не шо. Он уже только сверху 9 помочила часов утра все. Уже сухо. Вот. На такую землю. Они подписаны все. Да. Вот, пожалуйста. Какого года чемпион, понятно. Вот такие розы. А это райские яблочки. Ну, ну да, это еще зеленые. Да, ну какие красивенькие. Это у меня их 3 сорта райских. У меня как опылители они в саду, работают как опылители. А что значит опылители? Ну цветки надо опылять, чтобы больше плодов было. А это самый, раечка, самый лучший опылитель. Понятно. О, сколько роз, сколько роз. А он абрикосы такие вот крупные. Тоже. Вот мой помощник в саду. Да. Вон, сними, и всем надо... Опрыскиватель. Вот это опрыскиватель? Да, садовый. О, конечно. Класс. Это ж техника тоже не дешевая, я хочу сказать. Очень дорогая. Да. Тоже ее надо приобрести. А как же он тут вот так опрыскивает? О, а вот корсунки. И дует вправо, влево. Угу. В ряд заезжаешь. Скажите, а урюк у вас есть? Урюк? А что это вот такое? Мне понравилось. Это абрикос или жердели. Ранее. У нас такого понятия нет. Смотри, покажи какой.
А, вон, глянь, они, которые ранние, ой, самые, вот, черешня отходит и сразу поспевает. Ну, то у меня он ранний абрикос был, это дерево уже нету. Вон там и он молодой сад, розы, а уже это уже, его, уже яблоневый, да, 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 сад. Вот он какой уникальный. Вот такие яблочки. Ой, сколько будут тут. А осенью какие они красивые. Смотри, какая лыча, Лена. Вон, ну, это ж зеленые яблоки. Да. Знаешь, когда вот в сентябре, в октябре тогда снимать надо. Тогда, я приду, обязательно тогда сниму. Красивые, тогда мне не получилось что-то. Красные, вас не было. Меня не было потом. А вот они падают почему-то. Вот смотри, вот а они. Ага. Вот видишь пятна, да, белые. Да. Вот это от солнечных ожогов обработано. Угу. Вот жара пекла. Это тоже вот этой техникой надо приступить? Конечно, да. Угу. Вон там даже уже печеные яблоки есть. Пятно такое коричневое. А солнце в домашних спекло условиях тоже надо этим же опрыскивать, чтобы не пекло? Да? Не, ну, ты потеряешь урожай там сейчас, дай бог, с ними для себя. Понятно. А если это все, да, тебе вложено деньги, конечно, и ты потеряешь треть урожая, так это ж для тебя ж накладно будет. А потому что они слишком открыты, наверное, да? Потому что вот эти большие деревья... А любое прикрыты будет, на любом подвое будет печеное яблоко. Вот, по-любому. Смотри. Ну, внутри кроны, которое яблоко, внутри кроны. Ну, там же ж будет качество похуже. Угу. А это какой сорт? На яблоке должен попадать свет. По-любому на яблоке. Солнечный свет. Угу. В тени оно не должно быть. Если будет затененно в тени внутри кроны, угу, плохо будет окрашено, недостаточно вкус будет. Вот. В общем, параметры по яблокам будут уже хуже. Понятно. А так вот, когда оно все открыто. А это какие сорта? Это Golden Bee. Угу. А скажите, есть сейчас Джонатан? Нет, Джонатан я даже в сад не высаживаю. Мои любимые яблоки, их нигде почему-то нет. Почему? Весной дожди у нас, да. Вот, угу. Она болеет мучнистой росой, да, сильно. Угу. И вот это вот, вот такая сетка на них получается, на Джонатане. Угу. Вот это вот этого. Это от мучнистой росы. Ага. Это болезнь уже, да. Ну, это для Голденов специфическая сетка. Никуда не то денешься. Это нормально, да? Это все нормально. Вот какие яблоки. Сколько это вообще яблоко крупное. А то крупное. Дальше тоже еще сад у вас там? Не, дальше только нет. Вот где а кончается конец, ряд. Только, да там уже тоже. То малина, то саженцы там растут по двое такое все. То малина, то саженцы. Боже мой, тут один, дом один куст малины, не знаешь. Да, его дети. А тут, да, там, говорит, да, там просто малина растет, саженцы. Да, а вот какая лыча. Боже, какая красивая. Видишь, ее много. В этом году вообще много, да? Стала, да, а так она вообще крупнее, я знаю. Ветки он поломали. Капуста. Ну, они там и красные, и красные. А мельба? Мельба это летница. Ну, есть вот, вот такие. Там в саду. Вот они, яблоки, пожалуйста. Вон какие красивые. Сам в саду у меня растет. Вот. Только капусты. А это же не ваше? Или тоже ваше? Вот это оттуда. Боже мой. Там помидор. Помидоры. Томаты. Вон там. Вот куда мы поедем за помидорами, да? Да, помидора должно быть, если градом не выбьет. Везде полив. Каждому. Это вы с какого места начинаете? Земля такая замороженная, все без сорняка, без ничего. Смотрите, каждому кустику полив. Это же какой труд. Это такой труд, что мне даже не укладывается в голове. Наверное, вот такие эти капустины вырастают. Какие молодцы. У нас высажено строго через 60 сантиметров. Угу. Куст от куста. А все почему строго так? Почему строго? Густо посадишь, либо качан не завяжется, либо мелкий будет. Ну, тоже потом надо под каплю знать садишь. А нужно чем-то их тоже опрыскивать? Там нужно, это вообще, это гиблое дело, капуста. Самое большее, самое хуже из овощей вот эта капуста. Почему? Капризная? Больше всего вредителя на этой культуре. Mm. И больше всего болезней. Mm. Томат не так поражается вредителями и болезнями, как капуста. Казалось бы, что тут можно... Ну, червячки тут вот может эти заводятся, жрать, да? А оказывается, тут вредителя. И со всех надо прыскать? Ну, он тоже ж трактором опрыскивает. Тоже опрыскивает. Он же ж дороги везде. Дорога, 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 чтобы проход трактора А тут был. Как же трактор пройдет? А вон дорога.
А, и он так на таком расстоянии, ну, да? Он же ж бьет по сторонам, он на 10 метров вправо, влево бьет. А сажаете вы вручную или вручную, тоже? Высадка рассады, все вручную. Все вручную, конечно. Да? Понятно. И сбор урожая, конечно, вручную, да? Обязательно, все вручную. Ну, тоже, наверное, кто-то помогает. Я даже не, я не представить не могу. Я бы умерла бы. Не, ну когда уже тот, ну как, осенью, да, перед морозами, там, или после мороза уже, в ноябрь месяц, тогда уже, да, там, впятером мы убираем где-то. Ну да, чтобы хотя бы убрать. Ну, за день, за два мы убираем ее. А есть у вас там хозяйство, курочки, там уточки? Нет? Все есть, тоже? Конечно. И это даже а есть. Что? Ну, правильно, это ж вот на такие. Это ж еда все бесплатная. Кролики тоже? Не, кроликов нет. Нет, капуста, наверное. А что кролика? Кролика держишь, толку с него, он этот болезненный. Август месяц, комарик начинает. И... Ну да, а капусту, наверное, и куры едят, да? Да капусту все, да, и соседи ж проезжают, он держит хозяйство. Ага. Коров, свиней, все ж выкашивают триммером. Загружают, увозят на кормежку, и мне легче. Да, тоже хорошо. А если не, я диски загнал дисками. Подисковали. Все. Ботву мы не убираем, ни с помидор, ни с капусты. Даже она шланги, перегнивает все там. Да? Даже шланги поливочные не сматываем. А как же? Все дисками вот так вот. Со шлангами? Со шлангами, да. А так они же резиновые. Ну что, они это... Зачем ее вытягивать, эту шлангу, время сколько труда? Передисковал вместе со шлангами, да? С ботвой. И все. Ничего не было. А потом культиватором все вытянул. Все. А это отдыхает земля или что? Ну, это тут сенокос. А, сенокос тоже нужен. Ну, это просто, просто удивительный вы человек. А, ну, туда же еще не ходили, вот до того дерева. Давайте пойдем. Да, да, я не знаю. Не, ну, по, издалека. Не, нет, мы сейчас издалека просто. А там не видно все равно. Не видно, а там что? Да тоже что, овощи. Тоже овощи. Тетя Лиза сказала, что пошли, а то она сейчас, а то она зависим пукает. Как часто нужно менять деревья? Ну, вот это гарантия, я на этих подвоях 15 лет. 15 лет? Да. А потом все нужно выкорчевать и новые, да? Не, ну, вообще в промышленных садах 15 лет используют. Потом а вы? Выкорчевывают. А вы уже выкорчевывали? Нет. Нет, еще они молодые, да? Угу. Вот, и розы. И там еще дальше. Вот это аж до того дерева, да? Да. Ой-ой-ой-ой. Да, и трактор, конечно. Это из техники, и культиватор. Это все ваше уже, ну, да? Да. А вот это зелененькое, это что? Да, это зерновая схема. Сколько же всего надо? Сколько всего надо? А дети пошли по вашим стопам? Увлекаются? Не дай бог, чтоб они по моим стопам пошли. Почему? Это помогает. Адский труд, который стоит копейки. Вот что я скажу. А тогда скажите, почему вы эти... Получаете удовольствие? Какое удовольствие? А мне деваться некуда. Просто потому что деваться некуда? Мне кажется, конечно. Вы это любите, потому что у вас так все красиво ухожено. Это не может быть, чтобы вы просто так делали. Это надо ну, любить. Мне надо ж на что-то жить. И вот чем я могу сейчас заниматься? Чем? Ну, не знаю, чем. Ну, люди коровами занимаются, да, свиньями. Ну, кто-то коровами, свиньями. Я это дело вообще, я их терпеть вот, не могу. Вот, значит, вы любите все-таки деревья. Ну, люблю, не люблю. Да вы с такой любовью. Оно жрать это... не просит. Да. Это тяжелый. Мне надо на неделю, на 10 дней, на месяц. Я могу куда-то уехать, бросить все, да, и уехать. Да. Тоже. А корову я ж не, да, бросил, ни на день я не бросил корову. Да, это тоже разумно. Так что тут, ну, тоже думать я надо. Я хочу сказать, что вы такой молодец, я вами восхищаюсь давно, да, уже. И мы тоже поаплодируем. Давайте. Едем, да? Браво, едем. Браво. Сколько здесь еще земли? Вот это тут уже кое-что есть. А сколько здесь, 1,5 гектара? Да, вы говорили? Гектар с чем-то, 1,2 гектара. Больше гектара. Но там он не досажен еще дальше туда, где-то поле. Ага. Там еще 9 рядов будет досаживаться. И вот этот еще будет, да? Не, это изгородь будет. А, изгородь. Да, вот она, изгородь. Ага, вот такая еще. Потому что надо вот, летом даже, то не охранять, то не от зайцев. Грызуны. А их там он полно у меня. Вот, так они ж могут даже... подрыть нору. Так там проволока затянута, а, внизу. Затянута там внизу. Даже собака не пролезет. А, я же думаю, от зайцев, да, защищает. Проволока затянута, натянута в струну. Вниз, да? Да. Ну, вот это мы так, эксперимент. Вот это, что успели весной сделать, попробовали. Пока сын был дома, столбы успели закопать. А сейчас я сам остался, помощников нету. Да и времени нету.
Ну да. А в зиму все это надо обгородиться в зиму. А нельзя помощников нанимать? Можно. Ну, никого нету. Ну, вот это поставить изгородь. Ага. Вот это по периметру. Это 1070 нужно отдать. С ума сойти, дорого, да. За 70 тысяч я и сам себе сделаю. Я что, миллионер, что ли? Ну вот посчитай, за материал 150 тысяч я отдал. И возьми от материала 70% стоимость. Вот такой уникальный сад, молодой, который тоже еще будет расти. Так еще и персики, наверное, есть. Все. Персики есть, но в этом году нету их, померзли. Черешня еще есть, да? Вот они баки с водой, где идет полив. Она еще нагревается, наверное, теплая. Та сразу, да? Поливает. Сразу? Воды 50 кубов в сутки трачу. Ого, куда одной воды столько, да. Ой, а это что? Это вот еще молодые растут. Вот там мальчика, там дальше. Ой, мельба, какая красивая, слушай. Ага. Лена, тебе обязательно, это ранние, розовенькие. Да, я какую-то купила. Красивая мельба. Такое маленькое деревце, и уже все в яблочке. Вот это вот эта вишня, никто не хочет вот этой вишни. Странно. Не знаю, куда я, то ли на соки, то ли на компот ее. 200 гектар растет в хозяйстве. А почему? Кислая. Почему не хотят? Какая вкусная кислая вишня? Кислая вишня. Вкусная? Вот не вы кислая. Понимаете, это классическая вишня. Как раньше была. Вот она, вот это культурный сорт, все. Она очень урожайная, этот сорт. Ну и хорошо. Вы понимаете, она для транспортировки хорошо. Ну да. Что так, вот, а что, вот ее это? Нельзя сдавать? Или некому нет, собирать? Можно. Если сколько просто гектар? Просто удивляется, что такой сорт. Никто ее там не берет на посадку. А на посадку не берут или не покупают саму вишню? Саженцы не берут. Вот а, такие. Саженцы не берут. А. Вишня не нравится. А мне нравится. Ну, вот кому я такой как. Хочу. Это тон малина у меня польская. Все четыре сорта, да. А чем отличается? Вон, идите, попробуйте. Там ягода висит. Черная, да. Это, на землю не падает перезревшая ягода. Вкус. Вкус, крупноплодность. На землю не падает, когда переспевают. Вот это качества такие. Да, хорошие. И тут она, этот, так, два сорта традиционных, два ремонтарки. Ой! Многолетняя, многолетняя плодоносит. А тут что такое? Плодоносит весь. А тут тоже ваш? Нет, это не наш. Ой! Ой! Вот это зеленый еще. Ну, мало в этом году, она зимой померзла. Хорошая моя вкусная. Урожая нету в этом году. В том году было вообще полно урожая. Ну, какая малинка. Да. Она хорошая, крупная. Надо посадить себе такую. Все, Диана, мы осенью приходим и за малиной. Вот это ремонтантная уже. Вот она цветет и цветет будет. Вот она. Угу. Вытянула. Это один сорт. Где польская? Где польская? Вот это вся, четыре сорта здесь посажено. Ну, вкусная. Октавия, полька, полана. А как же четвертый сорт? Вкусная. А ремонтантная так и называется? Просто ремонтантная? Да. Ну это да, это. Которая дает урожай, да, не сколько раз? А, и да, лячка, лячка еще. Угу. И какая самая лучшая? Вся хорошая. Мацарь. Давайте. Вот это вкусно. Вот это ремонтантная, нет? Да, вот это вот в конце, там вот тут, и вот это. А вот это вот. Это ремонтантная. Какая вкусная. Вот это вот одноразовая. Ну, одноразовая тоже крупная, да? Ну да, она еще зеленая. Все, пошли, девчонки, а то мы задерживаем. Вот это вот хороший сорт Октавия. Крупная, но она поздняя. Он только ягода начинает. Ну, надо посадить себе и раннюю позднюю. А вы ее обрезаете, да, эту малину? Сильно? Ну, в том году саженцев тут много выкопано было. Ага. Вот, и поэтому урожая нету. Ну, что осталось-то от зимы, что не померзло. Но выкопали, продали. Она все время на этом месте растет? Все время на этом, да. Ну, она как маточные кусты. Угу, понятно.
персик, груша, яблоня. Все, короче, все, что на Кубани растет, все. Классно. Нет, это просто идеально. Это я покажу видео, люди, наверное, тоже даже не представляют, что есть такие люди уникальные, которые вот так вот крутятся. И я что-то не вижу здесь, ну, так, рапсин. А все чисто, видишь? Да, а все чисто, ничего, ни одного сорнячка нет. Это тоже и картошка. Два сорта здесь. Два сорта картофеля? Да. Розовая, майка ранняя. А какой ваш любимый сорт яблок? Ну, не один, конечно, сорт. Семеренко. Не, Семеренко не. Не нравится? Не. А какой? Я имею в виду по болезням, чтобы он не болезненный был. Это раз. Угу. Вкус. Самое главное, вкус. Угу. Вот по вкусу мне больше всего нравится Флорина. Флорина. Все, а? Это нету лучше яблока, чем Флорина. А. Вообще, у него, у этого сорта все плюсы. Единственный недостаток – загущенная крона у него, вот этого дерева. В обрезке тяжело. А угу. Так все. Ген иммунитета к парше. Вообще паршой не болеет. На яблочке ни одного пятнышка. Ароматная. Запах от него исходит. Вообще аромат отличный. А на позднее? Зимнее яблоко. Хранится хорошо. Все, я себе посажу. Далее. Джона Голд. Вот это тоже. Угу. Один из десятка лучших сортов в мире. Джона Голд. Отличный сорт. Такой оранжевый. Чуть вытянутое яблоко. Тоже зимний сорт. Вкус тоже очень вкусный. Ну, еще хороший какие? Сорт Мутсу. Японский сорт Мутсу. Угу. Ну, как он выглядит? Он желтое яблоко, крупное яблоко, то 300-350 грамм яблока. О. Тоже вот оно идет наравне с Флориной, это яблоко, сорт яблока. Ну, там Синяя. Больше у него, он поражается сильно паршой Мутсу. А вообще яблоко отличное, желтоплодный сорт. Ну вот из желтоплодных сортов я еще вот буду на следующий год высаживать сорт. Ника называется. Ника? Ника, да. Как моя дочка. Желтоплодный сорт Ника. Яблоко не пробовал, не знаю. Попробуем Нику тоже. На следующий год у меня Ники дома-то Ники на день рождения посадим. У меня растут же такие, я-то с чего-то что делаю. На следующий год должны яблоки быть уже на этом сорте. О, хорошо. Я осенью приду посажу. Ну, не вот знаю, это как... тоже из новых сортов Марго сорт. Угу. Тоже канделевидной формы, такой вытянутое яблоко, как синап. Угу. Такое желто-зеленого цвета оно. Ну а тоже вот... я не пробовал его. Орфей вот... тоже канделевидный сорт из новых. Вот. А как сохранить яблоки? Контейнеры надо, ящики. Ну, смотря сколько яблок. Тона 2, 10 килограмм или сколько. Нет, ну мешок, допустим. Ну, если мешок, то ящик надо такой яблочный, деревянный, да? Чтобы так, он... и где, в подвале? Не, в подвале нет? Нельзя. А где? На помещении надо хранить. В комнате прям, в тепле? В подвале он быстро повянет. А в тепле, в доме прямо? Не, не отапливаем. Дома ни в коем случае. В неотапливаемом помещении сарае. Надо. В сарае. В сарае. Понятно. Но следить зимой за морозами. Угу. У нас-то в феврале бывает, как даст по 30 градусов, да. И яблоку хана будет. Ага. Поэтому надо предусматривать отопление какого-то. А какая ну, температура там, должна быть? Для яблока 3-4 градуса тепла хватит. Угу. Больше не надо и меньше не надо. Ну, когда у нас температура меняется, мы ж не можем поддерживать 3-4 градуса. Конечно, да. И днем, и ночью, конечно, и в феврале, да. И в январе. Да. Поэтому яблоко хранится из-за этого плохо, потому что перепады температур. То больше, то меньше. Да. А когда на одном уровне, ну это надо холодильник, чтобы был. Чтобы он постоянно регулировал. Это вообще хранилище нужно такое. Да. Ну, вот это вы предусматриваете хранилище? Да, будем строить. А как вы пришли к тому, чтобы этим заниматься 30 лет назад? С чего начиналось? Начиналось просто элементарно с роз, саженцев. Так, для себя что-то сделать. Интересно было, как прививку сделать весной, летом, почкой, черенком, разными способами. Ну вот, получилось, понравилось. Начал. А вы агроном по образованию или по призванию? Я
по призванию. Я вообще-то... Это круче. Технический работник. Ясно. Электриком всю жизнь в колхозе проработал. Ясно. И потом с нескольких саженцев, да, и пошло дальше, да? Ну да. Ходили там по всяким этим... Ну, так вот, по садкам, по садочкам, там где-то что-то, такую вишенку дикую найдем, там, или терен, там, типа, сливы дикой. Туда ставим черенок, почку, смотрим на следующий год. Прижилось, пошло. Угу. И так вот оно все закрутилось. И так уже дошло до такого огромного, да, прекрасного, красивого сада.